Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и скоро-скоро Хэллоуин, мы все уже к нему готовимся. Я решила, в общем, найти несколько интересных таких мейкапов, которые мне нравятся, и попробовать повторить. Понятно, что у меня не получится точь-в-точь, как я увидела, но образ, я думаю, и суть я передам. Вот попробую на себе сделать один из макияжей, который мне нравится, и с которым именно я бы пошла бы на Хэллоуин и чувствовала бы себя очень круто. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Может быть, для вас эта идея будет тоже интересной, и вы попробуйте повторить за мной. Поехали! Использовать я буду вот такой вот набор, который я купила в Ашане. Это мелки для лица и для тела. Здесь их вот 6 цветов. Ну, нам главное белый и черный, поэтому посмотрим. Вот такая получилась у нас интересная маска, которая мне очень нравится. И здесь очень прикольно было бы сделать еще накладные ресницы. То есть яркий мейкап и накладные ресницы. Но не делать черные, ничего. То есть вы сама красотка, это типа у вас такая маска. Сейчас еще один момент, как бы я ходила на Хэллоуин. Итак, если мое видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Можете в комментарии писать мне, что вы думаете по поводу мейкапа. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!